Привет всем любителям простых и вкусных маринад. Сегодня приготовим с вами перец в томатном соке. В заранее стерилизованные банки выкладываем по одному листику укропа, хрена, базилика и мяты. Также горький перец, 1 или 2 дольки. Перец, горошек, чеснок и лавровый лист. Затем наполняем банку заранее очищенным и порезанным на дольки болгарским перцем. Добавляем 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки сахара. Через соковыжималку выжимаем томатный сок, ставим на огонь, доводим до кипения. Кипящим соком заливаем банки. Стерилизуем полные банки в кипящей воде минут 20-25. Добавляем 1 неполную столовую ложку уксуса, закрываем крышку и закатываем. Переворачиваем банки и накрываем.